Всем привет! Сегодня я расскажу, как добавить покестоп или же гим в игре Pokemon Go, куда вы хотите, в любое место. Для этого нужно зайти на специальный сайт, ссылка на который будет в описании. Заходите, и тут нужно заполнить специальную анкету. Это как бы техподдержка Pokemon Go официальная. Тут нужно заполнить ваш email адрес, то есть пишите свой любой email адрес. Потом нужно написать как бы описание, что вы хотите или для чего вы обращаетесь именно сюда. Пишите вот примерно то, что я написал. Я тоже это оставлю в описании. Вы сможете скопировать и это спокойно сюда вставить. Так как я уже добавлял свой покестоп, таким еще не добавлял. Потом здесь выбираем, здесь будет такой список у вас. Выбираете Other и дальше пишите. То есть как бы другой случай, или напишите типа описание. Пишите здесь, я, например, написал I don't have gym in my location. Можете тоже скопировать, ну как бы я оставлю все это в описании, можете скопировать и потом вставить. Потом нужно заполнить как бы имя вашего покестопа или же гима. То есть вот здесь, если хотите покестоп, пишите покестоп. Если хотите гим, пишите гим. То есть я написал в данный момент гим. Потом пишите имя вашего гима. Там любое, можно русский, можно на латинице, все равно, давайте там напишем животное напишем. Потом нужно заполнить дальше адрес. Нужно писать как бы на английском языке желательно, то есть вот, к примеру, давайте в Москву зайдем, ну вот скажем, не знаю что, давайте Большая Никитская пусть будет улица. Заходим. Сейчас пишем обязательно street, не знаю, Большая Никитская, big, скажем, Никитска, вот так. Здесь потом нужно написать, как бы, задать именно координаты, точные координаты вашего покестопа или же гима. Для координат просто нажимаем правой кнопкой мыши. Нажимаете что здесь, потом вот на координаты, и просто копируете координаты и вставляете вот сюда, чтобы точно было точное местоположение, где вы хотите. Также можно пойти сфотографировать именно, куда вы хотите задать гим или покестоп. Нажимаете add файл, ну и потом просто с компьютера добавляете все, что вы хотите. На этом все, потом вам должна, они должны это проверить, там, не знаю, вроде около 4 суток, я не помню уже, и просто потом придет к вам на почту, на вот эту вот почту, которую вы указали, придет сообщение о подтверждении или о отклонении. Ну что, всем спасибо, скоро выйдут еще интересные ролики, а пока подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.